Центр «Босфор» представляет новую программу Андрея Губина «Только ты». 14 июня. Дворец спорта. Информационная поддержка «Корн». Салам, я снимаю. Пусть опять дожди и холодный ветер. Салам, Бишкек, я Андрей Губин. Если, конечно, нет. Салам, Бишкек. Надеюсь, что очень скоро увидимся. Известно, что улыбка человека продлевает ему жизнь. Тем, кто побывал в минувшее воскресенье на концерте Андрея Губина, наверняка прибавило жизненных сил это яркое, запоминающееся шоу. Даже стоимость билетов от 200 до 400 сомов не стала преградой для бишкекских поклонников поп-музыки. И результат налицо. В зале полный аншлаг. И, как говорится, и яблоку негде упасть. Я очень благодарна «Босфор». И Корд, и Максим за поддержку, что они привезли Андрея Губина. За это очень благодарна всем душой и сердцем. Мы очень любим этого артиста. Родственные души, как говорится. Ценим его талант. Организатор концерта, продюсерский центр «Босфор», постарался как никогда. Живой звук и хорошее светообеспечение придали особый колорит этому представлению российской звезды. Организация концерта занимается фирмой «Босфор», насколько я знаю. Вот, ребята очень хорошо поработали, и слава богу, что хоть профессионалы появляются в городе. Ну, потому что ведь артист, понимаете, он рад ехать в любой город, но еще есть определенные условия, которые каждый человек, каждый музыкант выставляет, чтобы было так, так, так. Вот если эти условия не выполняются, то он просто не приезжает, как бы его не любили, не ждали, потому что он не хочет портить свою репутацию. А в новой программе Андрея Губина с романтическим названием «Только ты» прозвучали любимые хиты молодежи «Ночь», «Лиза», «Ты уходишь одна». Хотя и не так часто нас балуют концертами заезжие гастролеры, но все же надежда на будущие концерты не менее известных исполнителей есть. И глядя на этих девчонок, невольно радуешься их ликованию. Ну а любимец публики, мальчик-бродяга, после Бишкека отправился на гастроли.